Всем привет, с вами Мегадекстер, и да, это видео, новое видео на моем канале, потому что я очень давно уже не выкладывал ничего на свой канал. Потому что, ну вот, были какие-то проблемы, может быть, со временем у меня, или просто какое-то нежелание, и сейчас я думаю то, что мне все-таки придется, скажем так, появиться на моем канале снова и дальше снимать прохождение и подобные блоги, влоги или так далее, так далее. И это просто как бы видео-уведомление вас о том, что я наверняка сейчас начну дальше снимать прохождение игр, потому что, как вы знаете, мне надо доснимать уже, наконец, Skylanders Spyro's Adventure и Rayman Legends, потому что это уже просто невозможно. И снимать дальше новые игры. Те, которые мне нравятся, те, которые я хочу снимать, или же... Может быть, есть какие-нибудь вы предложите, но я просто не уверен, потому что у всех вкусы разные. Вы можете мне предложить то, что я сам как бы не очень люблю и не очень захочу и так далее. Так вот, я просто вам говорю то, что я не умер, мой канал не будет удален там или тому подобное, но видео будет выкладываться не так часто, не так часто, не очень часто, потому что... Из-за проблем как с моим здоровьем, то есть со зрением. Из-за проблем с временем, потому что я не успеваю там снимать, монтировать, эксплуатировать. Хотя сейчас я не знаю, насколько будет это все занимать по времени. Но я думаю, что может быть это будет либо быстрее чуть, либо чуть-чуть медленнее, чем было. Так что я сейчас точно не уверен. Но не теряйте надежды, потому что я все-таки вернулся на канал. Поэтому ждите от меня новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер, всем удачи и всем пока.